Попробовала я конфетку вот эту вот, которая маленькая такая, наподобие сердечки. Смотрите, где Ксюша сидит. Чё кричишь? Распаковщица еще та. Знаете, она вкус такой интересный, мятный. Ну, вкусные конфеты. Спасибо огромное. Дети довольны. Я очень благодарна. Я ей говорила, что, по идее, не надо ничего присылать, но она все равно прислала. И огромное ей спасибо, дети счастливые такие, что они каждый получил свой лол и довольны очень сильно. Ну, Света свой, конечно, не стала лол себе брать. Она отдала... Егор, ты померил? Нет. Егор еще штаны, кстати, не померил. Должен померить штаны. Она отдала свой лол для Ванечки. Но будет играть все равно девочка. Смотрите, какая противная. Сидит там наверху и кричит, как потерпевшая. Мы сейчас пойдем со Светой сходим в магазин, а хлеб купить, да, молоко что-то купить, а то это... Я себя не очень чувствую, поэтому Свету с собой беру. Вот такая вот она у нас. Да, мне как-то писали, попугай, наверное, везде срет. Нет, ребята, она как-то летает в основном везде. Бывает так, что на столе или когда купается, может покакать. А так нет, она у нас потом в клетку залетает, она знает, что она там должна какать. Да, Ксюша? Ксюша у нас хорошая птица. Ладно, дорогие друзья, у нас вечер. Сейчас пойдем и сходим со Светой в магазин и придем. Дорогие друзья, сейчас будет Маша распаковывать вот эту вот свой лол. Да, Маша? Маша прямо такая довольная. Дай-ка тебе вон там ножичек, пожалуйста. Вот эти тени дай. Я уберу их. Держи. Давай я тебе сейчас вот эту вот... Подожди. А вот, наверное, она. Сейчас мы, ребята, разберемся, как открыть и покажем. Так, ребята, мы разобрались. Тут оно надо вот так вот силу приложить, чтобы... Скорее всего, открыть как-то. Вот до конца она должна дойти, но у нас не получается. Если честно. Короче, у нас что-то не получается. Или сил не хватает, или что? Кстати, делай вниз. У меня и не получается. Сейчас мы, ребята, по-другому откроем и покажем. Так, короче, пошли мы другим путем открывания. Коробку рвать. Так, здесь вот эту вот мы достали. Так, держи пока. Давай ножик. Где ножик? Сейчас. Мы сначала все ей достанем, чтобы не это. Я сама ножом поорудую, чтобы, не дай боже, вы не порезались. А, блин, дальше склеено. Просто я боюсь, что дети порежутся, поэтому я сама ножичком. Так, а здесь что-то вот тоже опять проблематично. Так. Короче говоря, у нас вообще ничего не получается. Тут тоже... Дай, Катя, ножик, пожалуйста. И не трогай ножик. Я сколько раз говорила, я буду сама открывать ножом, чтобы вы, не дай бог, не порезались. Ну, ребята, у нас ничего не получается. Ну, а сейчас будем так вытряхивать. Давай, Маша, вот сначала с той коробочки начинай тогда. И показываешь. Ох ты, какая красота. Слушайте, это такая красота. Смотрите, ребята, какая куколка шикарная. У нас таких... Это, наверное, оригинальные, скорее всего, да? А тут какая-то палочка. Это, наверное, чтобы ее ставить. Слушайте, какая... Давай покажем. Тут расческа и подставка. Маша потом распечатает это. Так, а здесь вот какая-то книжечка. И вот эта вот карточка. То, что здесь будет. Давай, Маша, я тебе сейчас... Так, сейчас мы опять откроем и вернемся. Ну и ладно, я не знаю, потому что Маша как распаковывает. Тут вот такие вот, ребята, пакетики. Сейчас Маша их откроет. А здесь что-то еще есть. Только вот как все это открывать? Мы не умеем лолы открывать, сразу говорю. Так, Маша, держи. Я знаю, что сейчас все напишут, господи, вы все поломали, изверги. Мы никогда не распаковывали эти лолы, мы не спец. Марина, подожди. И поэтому мы сейчас пытаемся вот так вот его открыть. И вот такой вот еще держи, Маша. Почему я не даю детям сама? Ну, потому что ножиком я им не даю. Боюсь. Так, Маша, пакетики сейчас я тебе дам.
На, теперь вот раскрывай пакетики и показывай, что там у тебя. А Ксюша так и лезет, чтобы посмотреть, что же там. Коробочки. Да, Ксюша? В коробочке что у тебя было? Давай показывай. Давай я покажу. Это ожерелье там внутри лежит такое. Потом вот такой вот ободочек красивый. Что это? Планшет? Так думаешь, навряд ли. И очки. Это, скорее всего, сумочка. Держи все украшения. Давай пакетики, я тебе помогу открывать? А тут, скорее всего, одежда какая-то, потому что тут вешалка видна. Ой, ребят, я угадала. Тут, смотрите. Ксюша тоже прилетела. Туфельки. Ой, слушай, как классно. Смотрите, как они сочетаются с этими платьишком. Держи, Машенька. А вот шкафчик положить сюда. Чтобы побыстрее видео у нас показывай. Не, сюда. Немножечко вот так вот. Бутылочка. И вот последний пакетик, Машина, открывай. Я тебе немножко открыла, а дальше сама. Кофточка. Да, тут вот такая вот, ребята, кофточка. Так, это Маша. Все, да, Маша, у тебя? Ну, давай, забирай свою, сейчас мы покажем остальных. Так, теперь мы будем открывать Марину. Да. Так, сейчас будем распаковывать Оксанин лол. Так, между лолами решили сделать сладкий перерыв. Давайте первое вот это вот мы сейчас с вами откроем и посмотрим, что же там такое интересное. А,
Света. А вот. А здесь, ребята, вот такие вот конфетки. Сейчас я одну открою и посмотрим. Слушайте, какие они классные. Смотрите, какая красота. Вот такие вот конфетки. Сейчас попробую на вкус. Ребята, очень вкусные. Огромное-огромное спасибо. Дай всем по конфетке, а мы распечатаем вот эту вот, которую Егора прям ждет уже, чтобы побыстрее открыть. Очень приятно, такой вкус, знаете. А, там есть даже как, да? Ой, слушайте, а тут и правда разные. Света, ну-ка ищи, какие тут еще есть. Такая есть. Ребята, смотрите. Вот я показала, какие тут все есть. Огромное-огромное спасибо. Сейчас детки будут по одной себе выбирать, какую будут кушать. Выбирайте себе шоколадку, конфетку. Так, это белый шоколад. Так, следующий мы будем раскрывать. Это чей? Катин. Вот такой Катя себе выбрала. Это чей? Светин. Нет, не надо. А, тебе не надо? Ну, значит, Ване отдадим. Ване. Хорошо, Ваня, мы тебе сделаем его. Ваня сказал мне. Света, говорит, разобрала вот эту вот штучку. Это, говорит, как столик. А как? Оно, наверное, Света, должно быть это как-то стоять. А где еще детальки? Может, вот сюда вот оно как-то прикручивается. Может, вот те бочечки. А вот это вот что вообще? Вот это вот, может, снимается? Света, попробуй снять вот эту вот штучку. Нет, нет, не снимается. Это как будто бы духи, видишь? Ну вот, Света, короче, тут сняла, и тут что-то можно делать еще. Ну вот, как-то так. Дети довольны. Мариночка, тебе нравится? А смотрите на койке, койка бардак. Зато дети довольны. Сейчас подниму.
сходили мы со Светой в магазин. Сейчас покажу, что мы с ней купили. Но мы много не покупали, потому что тащить тяжело. Так, показываю. Но только то, что я не покажу, то, что женским принадлежностям, то, что мы купили, их, конечно, я показывать не буду. Дальше. Так, что мы купили? Вафельки. Сливочных не было, поэтому какие мы взяли? Ванильные, да, две упаковочки. Потом три пакетика сгущенных орешки со сгущенкой. Дети обожают их. Взяла я яблочек. И также взяла мандаринок. Дети из фруктов вот это вот хорошо едят. Также купила шарики деткам, потому что у них дома полопались шарики, надо им чем-то заниматься. Купили киевскую колбаску, очень дети любят ее, и вот такую вот, больше там не было. Это самый свежий привоз из того, что было. Дальше купила сыр Гауда и сыр Эдам, такие два кусочка. Пекинскую капусту взяла, это я себе, хочу салат сделать и поесть салат. И две булки хлеба. Также еще купила 2 литра молока. Вот такие вот в целом у меня покупочки. Ну, еще и долг плюс магазин отдала. Если вам интересно, то оставайтесь с нами. Кстати, ребят, понюхала я вот это вот кофе. Мы его открыли. Слушайте, оно так шоколадом пахнет. Ну, вот только потом спрошу. Ксюша, привет. Ксюша, кстати, ко мне на плечо села. Потом спрошу, моя мама, его варить по ходу дела надо. А мы ни разу не варили. Ладно, вот такие покупки. Смотрите, какое чудо у меня тут сидит, да, Ксюша? Ксюнька. Эх ты, Ксюнька. Вот она любит распаковки всякие и прилетает всегда ко мне сюда. Да, Ксюша? Че, папа делся? Папа, ты оделся? Ксюшка, напишите, как вам будет распаковка с Ксюшей, да? Папа играет с GTA. GTA опять играет? Ну, кто бы сомневался, что наш папа в GTA играет. Напишите, кто еще в эту гадость играет. Да, Ксюшенька?